Канарейки. Здравствуйте, друзья мои, зрители канала. Сегодняшнее видео будет о канарейках. Об этих птицах можно говорить вечно, и все не переговоришь. Случаи бывают разные, пары все разные. Если помните, я ранее снимал поведение канареек при встрече самца и самки. Там было спокойное поведение. Самки были те, которых я приобрел на выставке. Так вот, у одной самочки сегодня уже второе яичко. Завтра будет третье яичко. Сейчас расскажу, покажу. Но особо хотел подчеркнуть и обратить внимание пару, которая есть у меня пара. Я за нее уже неоднократно выкладывал ролики. Самка не кормит своего птенца. Никак. И вот у нее сегодня вылупился птенец. Сейчас в начале видео с этого начиналось. Я побежал, сейчас быстро сбегал, сделал специальную кашу, покормил этих пташек. Сейчас я вам их продемонстрирую, посмотрите. Пока птенец сытый, сейчас быстренько посмотрим, и я клетку поставлю в укромное место, чтобы самка села и грела своего мальчика или девочку. Птенчика, хотел сказать. Итак, разворачиваем камеру. Вот эта пара. Я на скорую руку, видите, накормил, сейчас в блюдце положил. Зерносмесь у меня пророщенная была под руку. Сейчас, кстати, надо яйцо положить. У меня тоже тут яйцо есть. Я прям забыл на радостях. Попробую вам птенца показать. Вот он, птенчик. Как бы вам показать? У него зобик, вот видите, клюв, глаз, и потом идет шея, и вот там, где яичко, ну, сориентируйтесь, где шея, желтенькая капелька, это я его покормил первый раз, он поел одну капельку. И вот он лежит на яичке, вот видите, такое с голубинкой, да, как сизое яйцо, тоже оплот. А вот те два яйца выше, слева и справа, пустые яйца, самец не оплодотворил. Хоть я его и кормил, ну, мало я его, видимо, мало кормил, но еще, видите, погода такая, у нас холодно было, пасмурно. Самцы, в принципе, не особо были активны, а вот эта самочка загуляла, начала, ну, засобиралась. Ну, в общем, это у нее вторая кладка, если я не ошибаюсь, или третья. Ну, вот эту кладку возьму и пускай выпущу ее потом в вольер, пусть летает до следующего года, отдыхает. Ума у нее нету, не знаю, может, сейчас научится. Так-то, в принципе, расцветка интересная. Мне нравятся такие расцветки. Где она тут скачет? Сейчас, подождите. Вот она. Вот. Вот такие новости. Значит, сегодня появился птенец. Год быка. Бычок. По гороскопу, если кто верит, разбирается. А кормил я вот, друзья. Взял инсулиновый шприц. Здесь растолок, куриное вареное яйцо, желток, только желток растворил, однородную массу. И покормил теплым таком, ну как температура тела, покормил, все. Поддончик поменял, сейчас яичко еще кусочек положу, и можно будет ставить в укромное место. Итак, я думаю, для сегодняшнего начала можно... Вот такой кусочек яйца будет вполне достаточно этой паре положить. Как дополнение к основному корму и к пророщенному. Пускай самка наедается, посмотрим, может будет кормить. Вот, прям так на блюдце. Тут видите, пророщенка, это попугаев. Кормлю, тут мягкое, в принципе, все. Видно вот хорошо. Здесь и семечки, и пшеница, и овес, и проса, и рапс, и канареечная. Вот так. И сюда же яичко положу. Дело к ночи пойдет, уберу. Так, значит, я их сейчас убираю в укромное место. Здесь она не сидит. А вон птенец, смотрите, поднимает голову. Еще, видимо, просит кушать, наверное. Но я ему каплю дал. Теперь часа через два проверю. И если столкнетесь с выкармливанием, друзья, лучше не докормить, чем перекормить. Особенно, когда маленький. Сейчас пока желудок привыкнет.
Ну вот, друзья, вот туда повыше я поставил эту пару. Пускай там занимаются. Эта камера, фокус пропал. Сейчас фокус настрою. Итак, собственно, хотел рассказать сегодня вам о этих канарейках. Ранее были сняты видео поведения самца и самки при встрече. Поищите, обратите внимание, там интересно. Вот эти друзья. Так, эти друзья у меня, значит, мирно сидели, не дрались ничего. И внизу тоже мирно сидели, не дрались ничего. Суть в чем? Вот здесь самки были куплены на выставке в Кропоткине. Тоже есть видео, самки купленные на выставке. Посмотрите. Самочек, посмотрите. Они, в принципе, сейчас... Ну, такие же, в принципе, может, лучше не стали. Вот осанка, видите, какая у нее? Вот самец мой желтый. Осанка, да? И вот эта оранжевая самочка, осанка. Какая-то она непонятная. Ну, еще надо сказать то, что вот в таком варианте клетки стоят. Видите, вот она одна на одной. И у меня будет стоять рядом еще одна на одной, одна на одной. И так примерно, не знаю, 5 этажей, 5, 6 рядов. Раз, два, три, шесть. 6 рядов, 5 этажей. В общем... Здесь поддоны, видите, как вынаются сюда. Очень неудобно, в моем случае очень неудобно. А мои старые клетки, которые я реставрирую, обратите внимание, вот она, уже все готово. Здесь вытаскивается вот так, сюда на себя тянем. На днях буду сажать пару. Вот таким образом, раз, мы меняем. То есть вы можете ставить и сверху клетки, и сбоку. Вот такого плана, видите, и сверху клетки, и сбоку. Все это удобно делается. Собственно, прошло 2 дня, как надо менять поддончики. Сейчас поддончики заменю, клетки вытащу сюда и покажу вам яички. Канарейка сегодня... Нет, не сегодня, вчера. Так, что я хотел сказать. Пробую новый метод. Я так раньше никогда не делал, только понаслышке отсторожил коноводов. Но решил, думаю, сегодня применю. Обратите внимание, на клетке у меня стоит гнездо. Вот оно. Догадались или думаете, зачем гнездо? Ну, в общем, кто догадался, молодцы. А кто не успел догадаться, смотрите, я вам покажу сейчас. Здесь яйца. Видите, 2 яйца. Одно яйцо сегодня снесли, другое вчера. Вот, которое перекатилось, это сегодняшнее. Живое прям болтается туда-сюда. Самка продолжает что-то еще строить, видите? Так, к чему я вообще веду разговор? Я хочу отбирать яйца каждый день. Вот завтра она еще яичко снесет. Самка хорошая, строит гнездышко, несется. Прям чудо, а не самочка. У нее, смотрите, и осанка лучше стала. Как мы поближе подошли, камера. Так, хочу яйца отложить отдельно в гнездо. Вот сюда, в гнездо яйца. Завтра будет 3-е, послезавтра, по идее, должно быть 4-е яйцо. И вот когда появится 4-е яйцо, я эти яйца верну туда, а потом послезавтра, возможно, 5-е, ну или на 4-м она остановится, и она начнет их греть одновременно. То есть птенцы появляются одновременно, это позволяет им быть одинакового возраста, то есть одинакового развития. Не будет такого, что один вылупился сегодня, а четвертая вылупилась на 4-й день, разница. И эти, кто первые вылупились, они будут первые просить еду. И самка будет давать кормить первых, кто старше. Она раз не докормит младшего, 2 не докормит младшего, потом он зачахнет, ослабнет и, возможно, помрет. Так, по крайней мере, бывает очень часто. Многие, допустим, по своим рассказам рассказывает, вот 5 вылупилось, там 3-4 выкормило, 3-4 выкормило, один отход всегда. Но при таком методе, когда вы яйца откладываете, а потом одновременно подкладываете туда, самка садится, греет, одновременно вылупляется, получается лучше. Ну, попробуем, я так ни разу не пробовал. Это у меня в этом году первый раз. В общем, вот такая вот история получается. А, еще хотел что сказать. Здесь... Ну, по идее, я хотел поменять поддоны, а потом показать видео. Но тут, видите, как-то все складывается само по себе. Но
Тем не менее, сейчас видео снимем, потом по доме поменяем, никуда не денемся. Так, что еще хотел сказать? Ага, здесь, значит, здесь, вот, когда я поместил эту пару и эту пару, я вам продемонстрировал, все хорошо было у них, никто не дрался, никто никого не убивал сильно, но вот эта самка начала день через день сидеть в гнезде. И я подумал, наверняка что-то будет. И вот, пожалуйста, яйца. А здесь самка оранжевая, я ее пересадил обратно в общежитие. Сейчас покажу, минутку, заднюю сдаем. Так. Здесь у меня находится небольшое общежитие. Клеточка еще не реставрирована. Будем реставрировать все клетки. Мыть, чистить, намывать. Перестановку делать. Вот, вон она внизу. Вот она. Вот что она там сидит? Эти все скачут, прыгают, видите? А она там что-то сидит. Вот не понимаю, что она сидит. Может, она вечно голодная. Ну, в общем, не состоялась она. В паровку особо не пошла. Она вон ест. Не знаю, что она там насидит. Так, вернемся к нашим активным. Вот это самка. Вот она самка. А это самец. Вот, вот самец, вот самка. Эта самка приехала ко мне с этой самкой, с другой самкой, которая не кормит птенцов. Сейчас покажу. Вот с этой самкой, вон, видите, умница, села, все сидит, греет. Это две самки шли ко мне, как два самца. Живет в Краснодаре один дяденька. Я уже имени его не помню, это было в позапрошлом году. Я у него купил 15 канареек, якобы самцы, а оказалось, вот две самочки. Они еще и не кормят. Ну, ничего страшного. Так вот, эта самочка каждый день замечал, что она в клюв набирает то много каких-то перьев где-то находит, то много находит шелухи от овса, так овес раскроет в разные стороны, и полный клюв у нее какого-то строительного материала. День, два, три, четыре, ну где-то на протяжении недели, каждый день у нее полный рот. Ну, думаю, ну она сейчас снесется в кормушку или куда-то что-то пропадет кладка. Я решил поменять. Там еще есть одна самка на подходе. Дни солнечные, самки что-то, мне кажется, пойдут. Не досидят они до 19 марта. Придется, видимо, раньше начинать сезон канареечный. Так постепенно и начнется. Ну, в общем, вот эту самку посадил. Возможно, кому-то этот цвет не понравится, а возможно, кому-то и очень даже понравится. Я придерживаюсь такого мнения, что некрасивых канареек не бывает. На вкус и цвет товарищей нет. Конечно же, есть какие-то определенные критерии, там желтый, без помарки, оранжевый, без помарки, это да, это я согласен. Но мы не профессионалы, мы любители широкого профиля, поэтому у нас все пташки красавицы. Вот такое сегодняшнее видео у меня. Значит, появился птенец у меня в этом году, я вам показал. Здесь появились яйца. Думаю, все будет хорошо. На днях сниму видео, как я готовил эту пару по питанию, как готовил. Вот у них яйца пошли, видите, да? Это, кстати, друзья, забыл сказать. Это яйцо, так аккуратно, чтобы не уронить. Это гнездо моего старого образца. Вот этому гнезду возраст примерно как вот помните, я клетку реставрировал, там был 2008, 2009, 2007. Вот гнездо сшито из каната толстого, видите, какая толстая, нитками сахарные мешки раньше такими нитками зашивали, и вот в принципе оно еще в боевом состоянии, как говорится. Вот так вот. Ну, можно подвести итог. Так что, потерял я мысль. Друзья, в общем, давайте прощаться. Все я вам рассказал, все показал, похвалился, похвастался, да, новинками своими, вы все в курсе. Так что продолжение следует. Будем ждать развития событий. Я надеюсь, что эта самочка, которая плохо кормит,
Пускай она хотя хорошо сидит, опять-таки сидит в укромном месте хорошо, на проходе не сидела. Пускай она сидит. Я надеюсь, что дней через 5 она начнет кормить сама. Потому что я... К чего? На что я надеюсь вообще? Сейчас птенца помогу покормить. Первый день, 2-3, возможно 5, возможно 7 покормлю. Я готов, согласен. Потом подключается самец. Обычно самец подключается с 3-го, с 4-го дня. И смотрите, друзья, за это время птенчик подрастет. Он будет более требовательный, он станет сильнее, он будет уже... Не просто рот открывать, а будет издавать тоненький такой звук. Самка, возможно, поймет, что к чему, и будет кормить. Вот я на это надеюсь. Так что, друзья, на этой доброй надежде прощаюсь с вами ненадолго. До скорой встречи, и продолжение следует. Всем пока!